Здравствуйте! Сегодня мы проведем с вами распаковку двигателя 405-22. Это будет самая подробная распаковка с указанием всех элементов. Двигатель с завода поставляется полностью совсем навесным. Выпускной коллектор. Термостат с корпусом термостата. Помпа с электромуфтой. ЗМЗ оригинал. Завода Термокам. Соответственно, головка блока. Оригинал, знак ЗМЗ, вылет. Номер двигателя, который обязательно пробивается на блоке цилиндров. Вот на пробочках можно посмотреть, какие поршня, какой группы стоят. А. То есть понятно, что в двигателе стоят поршня группы А все. Ремень уже установлен, ролик, ремень Балакова, размер 12-20, генератор Прама Электро 80 ампер, соответственно дроссель. Пикар. Впускной коллектор. Фильтр масляный. Масла внутри нет. Обращаю ваше внимание, масло нужно будет заливать. То есть двигатель при сборке его собирают, заводят, проверяют. Двигатели обязательно проходят 10-15 минут обкатку, проверяются все нормы. Если все нормально, двигатель поступает на сбыт. Стартер. Прама Электро 1,4 кВт. Топливная рампа. Форсунки Bosch. Siemens теперь не устанавливаются. Картер сцепления с самим сцеплением. ЗМЗ. Корзина сцепления. Ферадо вот видно. Вот картер сцепления. Соответственно, не хватает выжимного подшипника и вилки сцепления. Видимо, на головке тоже есть номер. Катушки зажигания. Производителя СОАТЭ. Это катушка зажигания под Микос 11. Евроразъем, вот он. Также есть под Микос 7.1. Когда два разъема. Также обращаю ваше внимание, разукомплектовывать мотор нельзя, потому что если у вас наступит гарантийный случай, обязательно должно присутствовать все навесное с пломбами. Вот гарантия написана ЗМЗ. С каждой пломбой, которая установлена на двигателе. Она стоит на генераторе. Вот здесь наверху. На стартере. На каждой катушке зажигания. Также обращаю внимание на термоклапан. Он служит для охлаждения масла. Вообще это по желанию устанавливается масляный радиатор, но на газели рекомендуют для того, чтобы двигатель ходил долго, для дополнительного охлаждения масла устанавливать масляный радиатор. Для этого предназначен вот непосредственно термоклапан. Он открывается и дополнительное охлаждение масла двигателя. То есть двигатель новый, заводской, готов к эксплуатации. Нужно только залить масло и вперед. Также с заводским двигателем обязательно идет
Паспорт завода-изготовителя Заволжского моторного завода. Сервисная книжка. Сервисные книжки по желанию. То есть, если вы устанавливаете сертифицированный сервис, указывайте сервис. Также прописан номер двигателя, дата производства двигателя. Вот сам паспорт двигателя. Гарантия на двигателя 2 года, либо 60 тысяч километров пробега. Вот такая вот у нас получилась распаковка двигателя 405-22. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры. Делитесь в комментариях, у кого сколько прошел двигатель 405-22 евронормы евро-2. Палец вверх приветствуется. До свидания.